В последний раз почти такая же майская жара была в 2013 году. Тогда среднесуточная температура воздуха на 10 градусов превышала климатическую норму. Со дня на день синоптики ожидают новый рекорд – плюс 11 градусов к многолетним значениям. С сегодняшнего дня и по 20 число среднесуточная норма – 14 градусов. А мы ожидаем увеличения жары. Вот. Теперь у нас даже в ночные часы температура воздуха уже будет где-то в пределах 15-20 градусов, днем 28-33. Если говорить синоптическими терминами, то Мордовия сейчас закрыта в двойном теплом секторе антициклона, который пришел к нам из Казахстана. Среднеазиатский зной в центр России принесли юго-восточные ветры из одной из самых горячих пустынь – Каракума. Плюс 35 днем – это жарче, чем положено июлю. Летняя погода в мае – опасное явление, говорят синоптики. Вы, возможно, заметили, что если когда было прохладно, вот у нас нарциссы, тюльпаны, они цвели очень долго. Вот сейчас, которые цветут, расцвели, они уже день-два и все, они высохли. Это говорит о том, что им это очень плохо. Это и есть что опасное явление. Людям, страдающим заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, врачи рекомендуют в такую жару пореже выходить из дома. В крайнем случае прятаться в тенечке, пить побольше обычной воды и почаще принимать душ. Это поможет привести в норму сосуды, которые чувствительны к капризам погоды. Необходимо выбирать время прогулок, потому что солнце более интенсивно с 11 до 16. Если вы идете на прогулку, выбираем теневую сторону улицы. Необходимо обильное питье, чтобы жидкость поступала в достаточном количестве. Это не газированная вода, не сладкие фруктовые соки, травяные отвары. Принимайте душ или теплую ванну комнатной температуры или чуть теплее, чтобы было комфортно. По прогнозам, жара спадет уже к концу рабочей недели. С 20 мая начнется постепенное понижение температуры, пойдут дожди. После такого зноя синоптики не исключают гроз, сильных ветров и даже града. Российский гидрометцентр дает приблизительный прогноз на лето. Скорее всего, все три месяца жителей Мордовии ожидают температурные качели от жары к холоду. Более-менее стабильная теплая погода установится к августу, так что если вы не планируете проводить отпуск далеко от дома, то лучшее для него время – вторая половина лета. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.